Включила. Пусть репортаж, не комментируй. Как? Ну правильно, ты видишь, она была. Готовим крылышки и колбаски. Так, смотри, Мирочка. Не на меня, на это, что мы готовим сегодня. На, Игорек, на, делай, занимайся. Сегодня у нас свиные колбаски. Да, хорошо, хлеб давай. И курячьи крылышки. И курячьи крылышки. О, положи туда. И мы на водной готовим обед. Вкусный обед. Не надо быстрее говорить. Торопиться не надо, Кирочка. Наоборот, это надо было, Игорь. А, вообще ладно. Чтобы, ну, переворачивай, может, уже не пора переворачивать, уже не так красиво. Не выскочь. Кира, ты, пожалуйста, хочешь сказать? Ниже можешь опустить, прямо да, так. Да, прямо на огонь. Прямо на огонь, клади. О, отлично, вот так, вот. О. Не любят хлеб? Все ноу-хау сразу снимать. Все любят хлеб. Все любят хлеб поджаренный. Дураков да. Нету. Я знаю, кто нас не делает. Если ты перепалишь, то, конечно, не любят. Она спалит, понял, и говорит, это Игорьку. И вот так любит, что. Вон, сними, сними, Мирочка. Как люди. Я с ними не знакома, но я не знаю. Ну так, вообще, вот так вот, отойди всех с ними, вот так, Мир, вот так, поможем. Ну, сейчас. Всех так, потихоньку, потихоньку, потихоньку. Я не сбежу никуда. Мира у нас учится. Как отдыхают в рубежном... Это уже будет у нас история. Да, жители рубежного и региона Донбасса приехали отдохнуть в субботу. В субботу, да. Отдыхать. И главное, вот эту вот королеву пляжа сними. Королеву пляжа я уже ее снимала. А, она же не снимала. Я сказала уже. Так, смотри, Мирочка. Иду. Смотри, тут все равно. Чуть-чуть. Так, они будут как сухие. А вот и королева. Сегодня у нас свиные колбаски и куриные крылышка. Ага, Миша, правильно. Поджаривается хорошо. Все поджаривается хорошо. Сегодня нам повезло, дрова свои не это. Пришли, дрова были. Да, можно. Мы сейчас. Можно, мы уже скоро, через минут 10-15. Всем добрый день. Приезжайте к нам в Рубежное. Халявные эти, как их зовут? Мангалы. Халявные угли нам попались. Да. Халявные угли. Природа хорошая. Август. Месяц остался, один месяц. Останний. Приезжайте, отдыхайте. Город Рубежное. Озеро Песчаное. А как? Озеро. Забиркино. Песчаное. Песчаное. Да. Озеро Песчаное. Забиркино. Милости просим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мяско уже приготовилось. Сейчас сюда поставим. Да, я думаю, зачем он уже тут, в этот выложить? Кира, скажи пару слов. Пару слов. Мы готовы к приему пищи. В обед на свежем воздушке мясо с нарезочкой. Ага. Это спасатели, наши друзья. Кататься уехали. Я не вовремя. Ну куда? На свою, на центральный клет. А не там, на самом деле. Спасатели. Это что такого, что я встретил возле этого? Все, пока выглядит. А, ты мясо. Покажи, Игорь, всем, что ты несешь. Чтоб у всех слюни текли. Угу, садись. Я возле Мирочки, а ты возле Кирочки. На стол, да? Вот сюда, вот. Вот сюда. Вот, видишь? Как это? Специально так мы поставили. Коленочки тоже просто. Угу.
Yes. Открывай, Игорек. Только там эту тарелочку. Красота. Или давай. И поверни ее сюда. Мордой. Вот эту палочку давай я переверну сюда. То, чтобы там. Вниз стал палочку. Вот так вот, сюда. Нажми ее. Переверни ее. Сюда. Сюда. И ты вот так вот эту штуку, вот так вот оно, чтобы... О, есть. На. Так, отлично. Сняла красота, стол. Красота, да. Так, всем приятного аппетита. Значит, смотрите, если что, макайте, тарелочек нету, макайте в этот, кетчуп сюда прямо так, тык-тык. Да есть же тарелка.